大家好，今天我们还要看五个新的单词。Всем привет! В этом видео мы рассмотрим еще пять новых слов из HSK 6. Итак, давайте начнем. Первое слово – pin. Pin переводится как ровный, горизонтальный, обычный. И простые примеры. Pindal. Pindal – ровная дорога. Еще такой пример – da pin. Да, пин. То есть играть в ничью, ничья. Второе слово – поли. Поли. Смелость, решительность. Ханьо поли дажан. То есть очень смелый, очень решительный человек. Третье слово – путунхуа. Путунхуа. Вомен доши шеси путунхуа. Мы все изучаем путунхуа. Это именно традиционный китайский язык. Четвертое слово – ци-пен. Ци-пен. Обманывать, надувать, вводить в заблуждение. Часто можно использовать просто пен. Буяо пен во. И пример. Нидзама кэй ци-пен вомана. Тай бу сян хуала. То есть, как ты можешь обманывать нас? Это не неправильно. И как раз из этого примера новое слово для меня тоже. Сянхуа. Подобающий, правильно. И бусянхуа, то есть нелепый, возмутительный. И пример. Джинши бусянхуала ни чао дзяхата. То есть правда очень неправильно то, что ты поссорился с ним или ругался с ним. Чао дзя, ругаться. На этом все, друзья. Всем спасибо за внимание.